Какая пенсионная система, по вашему мнению, должна быть в Казахстане? Недоверие к пенсионным системе, оно исходит из вот этих всех скандалов про коррупцию, про неэффективность, личные затраты. Работодателю действительно сейчас не так легко. Государство вообще уже расписалось в том, что оно не верит само в эту пенсионную систему. На самом деле это не такие большие деньги, чтобы их трудно было учесть и чтобы их разворовали. Шарашкины конторы выпускали какие-то корпоративные облигации минус 3 от С. Хотели бы вы сами выбрать управляющую компанию по своим вкладам?